К участию в конкурсе «Что я знаю о пожарной безопасности» школьники Сарова подошли очень ответственно. Ребята смастерили пожарные щиты и роботов из подручных средств, нарисовали картины и написали стихи с призывами внимательно относиться к использованию открытого огня. Дети, обучаясь во время этого конкурса, могут сделать элементарные какие-то правила, знать, что нельзя там в розетку что-то лишнее вставлять, например, нельзя играть с огнем, нельзя играть со спичками, зажигалками. То есть человек будет уже предупрежден от любой пожарной какой-то опасности. Специальных призов удостоились ученики школы номер 10 Андрей Крылов и Ян Тырзов. Со своим педагогом они создали картины в технике выжигания. На одной они изобразили герб 4-й пожарно-спасательной части, а на второй – портрет ветерана пожарной службы Сарова Владимира Белина. К сотрудникам городской пожарной охраны в этом году у участников конкурса особый интерес. В рамках новой номинации «История персонали» мальчикам и девочкам было предложено записать со слов бывших сотрудников пожарных частей об их нелегком труде. «История персонали» предлагалось участникам рассказать какую-либо историю о известном спасателе города. То есть, ну, показать, с одной стороны, человека, как он занимался той своей пожарной безопасностью в нашем городе. Самой главной наградой в конкурсе стало знание правил пожарной безопасности и действий, которые могут сохранить жизнь и здоровье в экстремальной ситуации. Кирилл Васинин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.